Ворон, прием. Начинайте движение, мы вас будем с лодки сопровождать. Паш, мы будем, короче, сейчас лодку открывать, чтобы они подскочили, заодно разведаем. Вон слева. Справа, справа. Слева. Остров справа. То есть по мосту будет ехать, да? Да, он по мосту, вон они едут. Че, по ним огня нету? Так, мы вас открываем. Люди, бегите, не задерживайтесь, мы вас прикрываем. Ворон, что случилось? Ворон. Они перевернули, чтобы ходить в мусор. Прием. В общем, наши камикадзе не проехали. Там ловушка была. Так, наши камикадзе не проехали, возвращайтесь к берегу, сейчас вас собираем. Так, ну здесь по нам никто не стрелял, так что если сейчас быстро сообразим, мы их раскручим. И, по-моему, они стреляли. Не-не-не, вот здесь берег, где мы подъезжали, они не стреляли. А, ну да-да-да-да. Они сейчас пробежали. Вот я поэтому говорю, надо быстро садиться. Так, а даже вот эта вот машина и ему, походу, убили, да, Ворона там, то есть, команда, да? Все, да-да-да, две машины уничтожили. Охренеть! Мы их прикрыли как смогли, не получилось. Эй. Ой, какого рожна? Все, 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 едем, 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 едем. И сразу в город на зачистку пойдем. БЕ на связи? БЕ. Так. Вам информация. Если вы увидите наши камеры, они не наши. Уж в город-то прям сразу так не надо. Вы все-таки в другое место ехали. Прям на новую точку нас. Я не видел. Все, приехали. Не замечаю его шипами. Нас как сейчас щипаю его в воде. Там кто-то под водой плывет. Самый смелый. Это то, что забрал стрелка нашего. Положение наше рассекречено.
Так, я тут. Мы прошли вперед, да? Паша, надо подавлять. Минус два. Паша, быстрее есть. Подходи к нам. Наверх подниматься? Возле маяка. Ранил того, кто в доме был. Меня засекли, я двоих снял, одного ранил. На камень на... свой сейчас залег. Зашел, да. Примерно метку на себя дал. А маяк где на карте? Что-то я. А, вот. В домике внимательно. Возле моста, который домики. Да. Двухэтажный, по которому ты отрабатывал, там как минимум в одном графе. Давить можно, да? Ну, я его ранил, он вряд ли будет высовываться, но поглядывайте. Там с 320 камня, где у нас пропал. Так, я наверх поднимаюсь, у камней. Наблюдаю, да, трупы лежат. Нашего вражеского командира убитого. Минус еще один. У маяка свой бегает сейчас рядышком? А, у камней, у маяка, да. В бункере одного снял врага. С северной стороны от маяка где? Да фиг его надеюсь. Попробуй в дома зайти. Бля, возле камня, вот ты! К бункеру двигаюсь. Я в бункере. Я в бункере. Понял, просто возле маяка, возле камня, чем с рюкзаком? Блять, сука, умри, блять, нахуй. Извиняюсь, тут в маяке был, ой, в бункере неумираемый был. Еще кто-то по мне стрелял со стороны города. А они как выглядят? А, они какие-то бомжи, они по-разному одеты. За маяком. Пока, мне гранату кинули. В контейнере кто-то шел. Контейнер, блин. Металлический. Контейнерами, металлическими, красным контейнером слежу. А вот возле маяка на втором этаже в доме сидит сейчас РПГ. Это наш? В маске, маска как балаклава. Вали! Би. И еще там один. Да, их двое. Если у тебя есть возможность... А, уже не видно, там окно можно было пробить. Я уже за тобой иду. А вот где дым, Паша, это не ты там? Нет. Мы
у этого камня. Вот я тебе... Не говори. Понял, не понял. Вот не там враг. Вот где дым. Вали. Не понял. Бункер, скорее всего, там тоже. Игорёк, а ты в камнях лежишь? Да. Осторожно, там увидел два человека. Закинуть не получится, скорее всего. Вон он, на крыше! Это... Минус. Завалился, ну не знаю, ранил его. Захожу туда. А по возможности там еще должен быть один, я его видел. По возможности. Первый этаж чист. А, нет, это был на втором. Убил сейчас на третьего, которого. Он на лестнице залез прямо на самую крышу. Тихо, Паша, приехал. Так, чисто. Вот, чисто. Проверялись. Чисто пока. Не проверяю этот мансарду на втором. Я внизу, если что, там аккуратнее. Напротив. Ё-моё! Паша, прием. Паша, на втором этаже это ты мелькал? Да, я на третьем. Да, вот там сейчас. Все, чисто, третий чисто. Крышу проверить, да? А ну на крыше мертвый, я его убил, он лежит на крыше. В маске. У него РПГ. Не буду вылезать. У него РПГ, кстати. Да, ладно. Надо маяк чистить. Дым маяк. Я тут рядом, мне зацепиться меня с южной стороны. Да никого там. Тут машинки стоят. Газ. Сейчас можно взрывчатку посмотреть. Да. Вроде нас. РПГ-ху снять, кстати, сейчас сходит. Я пока газ-66 проверю. Или давай ты тогда проверяй, я РПГ-ху.
Дом, кстати, этот Бенин, я тоже не проверяли еще. Сзади проверяли. Поехать на машине дальше. А на какой машине? У нас же нет машины. 66. А вот две машины стоят, хаммеры, они их отремонтировать нельзя? Ну если есть колес. Там один осколочный выстрел на руках. Кстати, на машине придется ехать, там далеко ехать. А, да, там на 50 стоит, типа УАЗика, что ли, блин, открыт, с открытым верхом, походу там АГС стоит. Да. Там еще памятник. Это ты откуда видишь, с маяка? Да, я с маяка наблюдаю. На 50. Машинка просто стоит, ну, вроде бы там бойцов нету чисто. Далеко имеешь в виду? А вот, посмотри на возвышенности, видишь, где памятник революционерам? И выше стоит на 50 Land Rover, походу, наверное, ну, блин, трудно видно. Я этот Land Rover выбил, пацаны, возле него трое врагов бегают, я тут с ними перестреливаюсь с калаша. Да? Ну, он же так, вроде бы... Ой, я лодочки вижу, кстати. Их же надо уничтожить. Да-да-да. Ну, да, чел. Так, у меня одна взрывчатка есть. Ну, с ЛГшки я отсюда навряд ли попаду. Ладно, поехали тогда, наверное. Пешком далеко. Может попробовать как-то это... прокрасться? Сейчас. Так, у нас тут два колеса есть. Просто там хамик с пулеметом. Сейчас посмотрим. Можно разбортовать одну машину, забортовать другую. Да? Ну да. Там в городе как минимум двое бойцов сидят. В хамике колеса выгружают. Во втором момент. Два тайра есть. Ну, газ 66 к мосту подгоняет, только я не знаю, куда мы выгрузились. Под мост надо. Подогнать? Точно, да. Сейчас достану. И сейчас в другом хамике тоже там есть колесо. Как раз мы починим сейчас пулеметом. Ты сядь внутрь, посмотри, как он в каком. Починим. Так, 100 патронов нормально, в принципе, колеса только выбиты. 4 БК, 100 патронов. Сейчас сожру. Я выгрузил, но не пойму, где колесо. Стрельба по нам, с маяка. Паша, ты живой? Это как я такой нашел? Орбит? Да, я ищу вас.
А, это ты его закидываешь? Нет, нет, это не я. Я пока продолжаю чинить. А что с противником, который меня подстрелил? Где-то на маяку, на маяке. Репитер его накрыл. Репитер его не накрыл, просто как подавил, да? Нет, это вообще не я стрелял. Понял, понял, понял. Я просто, знаешь, вот когда сел за пулемет, у меня прям в щиток попало. А второе прям потом в меня. Сейчас обходить буду. Возможно. Еще одно колесо. Гази есть, но туда опасно суваться. Хорошо. Возьму. На круге подвигаю. Потому что я одно выгрузил. Хорошо. Сейчас третье колесо прикручу. Надо посмотреть, потому что диванчик посмотрите. Нет, целый. Игорь уже. Да, да. Хорошо. Я пингую просто. Кто к хамику бежит? Свой. Все, 4 колеса есть. Машинам? Да. Игорь, машина. Куда поедем? Куда поедем? К лодкам, наверное. Блин, не доезжая. Так, а что я не могу? Давай, крутись, кто там водитель, садись. Все. Так, отсюда прям по дороге ехать. Поворот будет налево. Саш, где я? Там один поворот налево. Маш, а лодки можно расстрелять? Можно. Наверх. В ангар заехать, ё-моё, опять колеса сбили. Убегаем! Вперед поможем такой снайпер. Да убай! Паша, это так. Горю, идите, да, затащил. Затащил-то. Ой-ой-ой.